Угол площадки, но не удается сразу ее выбросить. Юности и зоны только сейчас, и здесь уже Китаров пошел вперед. Китаров мощный корпус свой ставит, ждет партнера, отдает ему передачу, бросок с неудобной, счет открыт, 1-0, юность выходит вперед, и это Егор Гайнетдинов забрасывает за воротами, который защищает Ростислав Зиновенко. Ну смотрим, Китаров отлично прежде всего нашел этой передачи Гайнетдинова, и тот того не удержал защитник, и Егор с неудобной руки отличный бросок нанес, впервые в этом матче. Пробил Александра Самойлова. Пареев встречается с шайбой. Мокрушев не выносит ее из зоны. Гайнетдинов закрывает зону. Гайнетдинов сам пошел вперед. Передача классная. Рикошет и счет 2-0. И, по-моему, Егор Гайнетдинов у нас дубль оформляет, потому что удачные смены. Насчет того, что вышел Егор Гайнетдинов, да, попадает в Павла Купчихина шайба и залетает в ворота. Егор Гайнетдинов таким образом делает счет 0-2 у нас на... Форвард юности на хитрик пока сегодня идут Тимирев и Гайнетдинов. Гайнетдинов шайбой, Гайнетдинов бросок штангой. Все-таки шайба в воротах, хитрик Егора Гайнетдинова. И вот такое классное празднование от Егора Гайнетдинова. 5-4, юность вновь впереди. В этом сезоне в экстралиге, который 3 шайбы за матч забросил, штанга здесь ему немного помогла. Не сыграла она за хоккеистов Металлурга. Ну и Металлургу вновь нужно отыгрываться. Сумасшедшая игра, конечно. 9 заброшенных шайб мы уже увидели. Супер атакующий хоккей.